Вопрос об утилизации химических отходов с территории областного центра поднимается вот уже на протяжении 10 лет. За это время не раз сменилось руководство города, проведены десятки, а то и сотни заседаний комиссии. Вот только никто из них так и не смог найти решение, которое бы удовлетворило живущих по соседству с опасными отходами людей и экологов, бьющих тревогу. 10 лет не могли разобраться с этой проблемой. В прошлом году даже специалист из Америки приезжал, и то не смог помочь. Но с приходом нового акима дело все же пошло. В конце прошлого года представители природоохраны и недропользования области подготовили проект утилизации, на который и были выделены средства. По конкурсу госзакупок определился победитель. Ответственность по перезахоронению химических отходов была возложена на ТО «СТ-Строй». Подрядчикам предстоит завершить работы до сентября этого года. В январе этого года акимы города и области уже были здесь. После их визита было принято решение по утилизации данного места. В итоге 1200 тонн химических отходов и земли будут захоронены в другом городе. По словам специалистов, зараженную землю и сами отходы будут помещать в специальные контейнеры, после чего их будут отправлять в Северо-Казахстанскую область, в город Светлогорск на консервацию. А по договору территорию после очистки от химических отходов должны будут рекультивировать. Всего же должно вернуться в оборот более 1000 квадратных метров земли.